Анша, Абдуль, братья, сейчас мы будем обозревать Little Big Planet 2. Естественно, я скачал пиратскую ее версию, потому что я взломал, и все телеигры тебе бесплатно буду на халяву специально демонстративно своим блядям показывать. И всем говорю, чтобы хуйню никто не покупал, блядь, никогда, только, блядь, скачивали бесплатно. И плевали в рожу вам всем. О, она работает. Блядь, она на китайском, ёбаный стыд, блядь, сука, пидорасы. А, нет, не показалось. Такой шрифт пизданутый, то что бездарные люди, видимо, были наняты, такие, как и студия Артема Лебедева, педофилов, там, педерастов наняли. То что сволочь, блядь, сука, блядь, как же мне этот подонок бесит, Лебедев, сука, урод, ненавижу, блядь. Сволочь, сидит, пиздит у тебя, нихуя здесь делать ничего никогда не мог, сам признается, что умеет рисовать, нихуя, сука, народ объёвывает, сука, он, блядь, как поднялся, да, он просто подсуетился вовремя, сука. Блядь, тварь, на народу объебал, сука. Ладно, хуй с ним, блядь. Сейчас мы обзор на это говно делаем. Вот види, смотри, это говно, оно теперь тут инсталируется опять. Везде эти ебанутые инсталляции. И три игры у тебя максимум может на стандартном жестком диске уместиться. Инсталляции три. То есть ты ему играешь, может играть максимум там в четыре игры. Если захочешь поиграть в пятую, тебе надо удалить и еще поискать, где этот геймсав сохранен, покопаться, как хакер-то, как хакер покопаться. О, надо это удалить и это, вот, и удаляешь, и другой, там играешь. А заходил в ту играть, надо опять ту стереть, это удалить, или вставить туда жесткий диск, надо, блять, на пол терабайта купить еще. Говноеды хуевые. Сука, пидорасты, блять. Пидорас, раньше были карты памяти, а теперь это жесткий диск. Не знаю, что хуже. Так. Слышь, а чё мы? Не показывать-то, а? Вот, смотрите. А почему? Чё, ебанутый? Нахуя это показывает? Какой мой большой ТВ? Если она HDMI идётся в цифры, блядь, там само определяется. Сколько, блядь, мало в категории такая хуйня существует? Тут, видимо, это сделано, потому что это очень важно. Потому что мы мелкие персонажи, и можно играть вчетвером. Чё, звук не... Сука, блядь. Тварь, а? Говно свое. Хуячит, блядь. Про детей игру типа сделали, нахуй. Педофилы делают игры для детей. Сука, а? Сука, чтоб сбивать в бошки им, нахуй, что надо курило отдать епошкам, блядь. Сука, чтоб, блядь, твари, а? Сука, типа, говно свое, блядь. Сука, блядь. Патла, блядь, сука, а? Подонки, а? Подонки. Детей уже объебывают, на эту хуйню подсаживают свою. Это говно видел еще в демо-версии с доставки. Вот, блядь, сука, говнище пизданутое. Я уже обозревал демо-версию, тоже одним из первых. Точнее, первый на ютубе. Сука, говно как только... Сука, блядь. Ну, надо сказать, текстуры новые появились. Вот этих хуйней. У хуйней компьютерной. Так. Блин, а я даже не ожидал, что она сразу заработает. Думал, надо будет копировать на внутренний жесткий диск. Что это невозможно. О, вот это прикольно, смотрите, пузырчики. Класс, но это просто хуй захуячили, блядь, эти JPEG-файл прозрачный из фотошопа. Вообще пиздец, а. Свои все рожи похабные хуячили. Понимаете, блядь, они даже американцев скупили, блядь, за свои поганые йены, сука. Они все вас купят и продадут, блядь, и мыло из вас сделают, нахуй. Так же, как вот этих купили. Предатели предали свою Америку, вот на этих вот фашистов работают, сука, на педофилов, блядь. Видите, так можно, типа, управлять. Вообще, я хочу наладить и может кто помочь, я подключил уже Kinect, и хочу Kinect там уже, реально, у меня аватар Абдулова есть, я буду им уже прям... Полный рост проповедовать, нахуй, показывать приемы уничтожения зла там на себе, как бы, то есть в реальной, и будет, и я в 3D, Абдулов живой будет аватар, надо просто игру найти в для Kinect, кто может подсказать, что видно было твой аватар, как он говорит, махает кулаками,
Это было бы охуенно просто. Сука. Сука, а мне не ебет эта сука, мне не ебет, Так. Пиздец, блядь. Какой-то педофильский наряд. Гомики, видишь, гомиков уже делают, нахуй. С малых, блядь, времен. Щеголь, блядь. Пиздец. Это, знаете, эти ачивменты, они спиздили ачивменты, недоноски. Они появились впервые на Xbox только. А потом они спустя несколько лет начали добавлять эти ачивменты в некоторые игры. Сука, твари. И назвали их по-другому. Как они назвали? Как они тут называются тоже? Блять. Сука, только название, как их, сука, назвали? Трофеи, на вот, трофеи. Уёбки, они все пиздят. Они, блядь, спиздили контроллеры. Да, Вина про это сделали его в миллиард раз хуже. Говёнии, блядь. Вот правильно, уничтожать эти ебало наглые, сука. Особенно вот эти педофильские, сука, косые. Вот это ебало, сука, ненавижу, блядь. Сука, блядь. Мразь. Аншабдуль, блядь, Аншабдуль. Что это вообще происходит? Это чё, это такая игра, что ли, уже, блядь? Или это прикол? Ну, такая знал, это просто прикол. Слово, блядь, говно какое-то, а? Сука, все свои ружья ебало, сука, пихают, нахуй, сука. Типа еще телефоны, нахуй, педофилов напишите, чтоб туда, блядь, дети им звонили. Пиздец, из гондонов сделали, видели, туннель вообще? Разврат полный. Угу. Блядь, чего? Да, Озон сдох, Озон. Ура. Нет. Ура, блядь. Аншабдуль, блядь. Аншабдуль. Вот я хочу вот типа такого сделать, только с Кинекты, прям реально вот. Чтобы я настоящий там был, типа в 3D. Вот помогите, надо просто игру мне посоветуете или программу для Кинекты какой-нибудь. Чтобы полностью движение копировал. Блядь, сука, страшно тебе, Озон, так, сука, пришли к тебе обзоры, помогите, хулиганы зрения лишают, а, блядь, сука, мразь, блядь, сука, Озон, иди сюда, пидор, блядь, сука, я твоя жаруха, я тебя ебало разобью, сука, даже я тебя ненавижу, мразь, блядь, из-за тебя, за меня обзоры взялись, чего, блядь, сделать? Блядь, сука ты ёбаная. Чего? Блядь, сука, нахуй. Аншабдуль, блядь, сука, сдохни, Озон, пидоросина, пидоросина. Сука, пидоросина, блядь. Ненавижу, мразь. Сука, пидорос, мразь, блядь, мразь, блядь. Вот так, попрыгаем, побегаем. Все тряпочное говно, блядь, сука. Из кожезаменителя. Little Big Planet. Эта игра вообще наркоманы делали, вот согласитесь. Как Озон лучше, сука, как же он меня бесит, когда он говорит согласитесь, блядь. Сука, уёбок, сам нихуя не понимает, а чё, блядь, других согласитесь, блядь. Сука, это так же, как он пишет постоянно, а я лучше Мэдисона или Золина, если взять, и варианты ответа. Лучше Мэдисона, лучше Золина, лучше обоих, блядь, сука, пиздец, какая мразь, а. Озон это пизданутый, сука. Сейчас опять не выдержал, на Мэдисона полез, блядь, сука, не удержался, когда выпустил обзор одного, его полмиллиона человек посмотрит, он бесится, сука. Слюной блюет, а Абдуловцев он боится жутко, он боится слово сказать, про них вообще упомянуть просто. Вот трясет даже одно из воспоминаний. От Абдулова уже телевизор. Телевизор он себе отрубил, что там Абдулов случайно видеть. Че, космос? Мегатриватрон? Чё? Ого. Ого. Охуеть, тут сюжет какой-то есть. А раньше не было никакой сюжет, просто бред больного шизофреника. Ого, тут какой-то сюжет, похоже, будет. Вот это пиздец, круто. А, или это что, кино какое-то было? Вообще, блядь.
Такую хуйню придумать, я поражаюсь, блядь, вообще пиздец. Замок на каком-то, блядь, полотенце висит. А вот это крутой дизайн. Спанч Боба. Блядь. Ого. Охуеть. Пиздец, блядь, а. Сука. Блять, сука, давайте игру покажите уже. Сука. Это же Абдул, блять, этот слева, это Абдулов, у него роль такая отвратная есть. Где он играет, как он подыхает, блять, 3 часа. Сука, и главное, как в жизни он подыхает, машет кулаками, всех обещает убить, рыжая такая мразь. С усами, блять, вот это веселый похор называется, это пиздец, какой говно, а не фильм. Сука, который он тоже 3 года снимал, обосрал, все, обосрали этот фильм, вообще никто не смотрел, не знает его. Уебок. И он там и играл, шутил, блядь. Я буду жить вечно, но я играю такие роли, типа, вообще поразь какая. И когда подыхал, именно вел себя так же, как в этом фильме. Потому что он вообще вел, только себя играл вообще во всех фильмах. Бездарная скотина. Он даже сценарий никогда не читал, не то, что не учил текст. Ублюдок, и гордился даже этим, сука. Так, о. Блять, компьютеры. Какой бред, ёбаный. Как такую хуйню можно было придумать? Сука, это пиздец, блять. Это дауны вырастут из детей, нахуй. Которые, блять, сука. Блять, сядут в картонную коробку и выпрыгнут из окна, нахуй, блять. Вот, блять, они специально доводят, убивают на наше население. И специально, чтобы показывать детям такую хуйню, чтобы они... Выпрыгивали с зонтиками с 10-го этажа из окна, блядь. Пиздец, блядь, а. Сука, говно, блядь, а. А, я там в говне теперь буду летать. Сука. Мразь. Мразь, а. Сука. Блять. Мне бесит вот эта система, вот, блять, вот этих шариков. Это пиздец, говно какое, а? Сторы, нахуй, блять. Сука, вот как. Да Винчи, блять. Плей. Сука, старту, видите, как долго грузится говно это. Картонная графика, блять. На геймкубе можно такой же сделать. Сука, уебище. Сука, давай, блять, а. Нахуй, види, говорить стали персонажи. Раньше они вообще не говорили, это просто мя-мя-мя-мя вот так было. И текст был, это так бездарно выглядело. Хуёво, это шо пиздец, вот это плюс, блять, нахуй. И что говорить кто-то стал, нахуй, тут еще. А там же никто вообще не говорил в первой части, просто мя-мя-мя, вот так было, как нахуй, в играх для GameCube и Wii. Так, блять, а. Сука, ебаная, говно, нахуй. Озон, блять, видите, сука, озон, пидор, видите, как оделся? Сука, пидерас, блять, одежду жарухи свои нацепил. Знаешь, так ебануться, сука. Вы посмотрите, какие ролики этот урод выложил на Zone 67 Game 101 вчера. Это вообще пидор, ебанулся совсем. Обязательно посмотрите. И я только понимаю, почему он перестал удалять комментарии, зачем-то не удаляет. Блять. Пиздец. О, блять, а. Что мы теперь делать будем? Мы все собрали говнецо под... Ладно, время заканчивается. Анш Абдуль, ребята, блядь. Вперед за Абдулловерование. Вступайте в Абдулловерование, меняйте аватар на Абдулова прямо сейчас. И читайте Бибаран, изучайте. Постигайте Абдулловеру. Потому что мы добро, кроме нас, если не сделают это, не сделает никто. Анш Абдуль, вперед за Абдулловерование.